Жители Бердска в ближайшее время смогут быстро, бесплатно и анонимно проверить свой ВИЧ-статус. Как рассказала телеканалу ТВК врач-инфекционист Бердской центральной городской больницы Наталья Быкова, тест-мобиль для выявления ВИЧ начнет работать в нашем городе с 16 апреля. Автомобиль будет стоять на площади Горького и около горбольницы, а также курсировать по городу. Любой желающий сможет анонимно сдать анализ и узнать больше о своем здоровье.